И сегодня в первом бою у нас встретятся два участника. Это участник первый представляет боевое самбо, центр силовых структур, серебряный призер России по боевому самбо 2006 года, двухкратный чемпион города Москвы по боевому самбо, двухкратный чемпион города Москвы по панкратиону Магомед Магомедов. Давайте встретим бурными аплодисментами первого участника первого поединка. Итак, встречайте Магомед Магомедов! Его соперником по поединку будет участник, который представляет боевое самбо Республика Дагестан. Серебряный призер чемпионата России по боевому самбо 2008 года, чемпион Республики Дагестан по боевому самбо, победитель турнира по панкратиону Кубок Токтарова 2008 года. Встречайте, Хабиб Нурмагомедов! Уважаемые зрители, хочу сказать вам, что каждый поединок будет состоять из двух раундов по 5 минут. Время Портера.
Участники поединка слишком хорошо знают друг друга, поэтому в их действии используется несколько затяжной период разведки боя. Минута до окончания первого раунда. Время первого раунда закончилось. Завершился первый раунд. Давайте поддержим бурными аплодисментами участников первого раунда. По правилам участники отдыхают между раундами 2 минуты, и потом начнется второй раунд. По окончании второго раунда мы узнаем, кто же победил в этом поединке и продолжит свое участие в следующем круге. Ну, я думаю, что оба спортсмена очень опытные, и они имеют большой опыт в проведении таких турниров, поэтому каждый из них будет внимательным на ковре и постарается выиграть. Напоминаю, что оба спортсмена представляют боевое самбо. Они являются неоднократными участниками различных турниров. Участники Магомедов Магомед и Хабиб Нурмагомедов. Первый поединок, первый раунд, и завершается сейчас перерыв, который идет 2 минуты, и рефери даст команду, когда начнется второй раунд. Остаются считанные секунды. Дорогие друзья, хочу, чтобы ваши бурные эмоции поддерживали участников боя, чтобы вы старались и поддерживали каждого бойца, который выходит сегодня на ковер. 30 секунд готовности. Дорогие друзья, объявляем второй раунд. Итак, первый поединок, второй раунд.
Дорогие друзья, давайте поддержим уровень аплодисментов для участников. Один из бойцов получает большую травму, но сейчас ему врачи помогут. Это рассечение является неотъемлемой частью многих боев, и поэтому это не страшно. Через некоторое время бой продолжится. Напоминаю, что это второй раунд первого поединка, в котором участвуют Магомед Магомедов и Хабиб Нурмагомедов. Нас отделяет несколько секунд, и мы сможем увидеть продолжение второго раунда и узнаем, кто же победит на этом поединке. Кто сможет продолжать участие в следующем круге турнира по профессиональному панкратиону Кубок Атриум. У каждого участника соревнования есть свой сезонный тренер, который дает ему наставление, готовит бойца к поединку, настраивает его, дает последние указания. Спортсмены концентрируют свое внимание на поединке. И вот в то время, когда идет схватка, спортсмены, конечно же, очень внутренне настроены, и поэтому лишние комментарии для них как бы излишние. Они мешают бойцу настроиться на бой. Ну, а вот бурные аплодисменты среди болельщиков, конечно же, будут их подбадривать. Пока участник получает медицинскую помощь, хочу напомнить, что генеральным спонсором и организатором сегодняшнего турнира являются ЗАО объединения «Энгиалком» и торгово-развлекательный комплекс «Атриум», а также Федерация панкратиона города Москвы. Когда участник получает травму, медицинская комиссия принимает решение, будет ли продолжать участник дальше поединок или нет. Это решают медицинские работники. Поэтому в данном случае сейчас мы узнаем, состоится ли окончание второго раунда первого поединка. Сегодня на турнире вы увидите 8 поединков, а также супербой в абсолютной весовой категории. Я думаю, что все участники, которые будут принимать сегодня участие в этом турнире, заслуживают особых наград и похвалы. Я думаю, что вы не будете разочарованы и увидите тот бой, который действительно покажет свое мастерство, умение и, в общем, всю подготовку, которую бойцы подготовили к турниру. Ну, остается несколько секунд, и я думаю, что врачи сейчас вынесут свое решение, сможет ли продолжать участник следующий поединок. То есть, закончится ли у нас второй раунд первого поединка или нет. Или судьи будут принимать решение. Ну вот, участники оказали медицинскую помощь, и сейчас продолжится этот поединок. Напоминаю, что сейчас будет второй раунд первого поединка, в котором принимают участие Магомед Магомедов и Хабиб Нурмагомедов. Бой! Thank you.
возникла опять небольшая пауза. Спортсмен у нас получает травму, рассечение. Сейчас медицинские работники окажут ему помощь. Давайте поддержим участников вашими дружными аплодисментами. Первый поединок вам сложный. Они открыли турнир, поэтому им сейчас сложно точно сконцентрироваться. Но я думаю, что они с этим справятся. И все-таки первый поединок у нас закончится по хронометражу, так как он должен быть. Напоминаю, что каждый поединок состоит из двух раундов по 5 минут. Перерыв между раундами составляет 2 минуты. За это время спортсмен сможет восстановиться, настроиться и получить последние наставления и комментарии от секунданта своего. Дорогие друзья, между поединками для вас приготовлено специальное шоу, поэтому скучать вам сегодня не придется. На турнире будет выступление бойцов и артистов. Поэтому сегодняшний турнир для вас это самый настоящий праздник. Ну а мы ждем решения медицинских работников, которые сейчас вынесут свой вердикт. Либо боец продолжит участие во втором раунде, либо его снимут с участия первого поединка. Ну что ж, дорогие друзья, Панкратион – это не для слабонервных, это для самых настоящих мужчин. Только самые настоящие сильные духом мужчины могут здесь принимать участие. Ваши аплодисменты. Продолжается второй раунд первого поединка. Дорогие друзья, смотрим продолжение. Второй раунд. Бой! Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Закончился второй раунд первого поединка. Сейчас все судьи примут решение, кто же победил в этом поединке. Хочу вам напомнить, что в первом поединке принимали участие Магомед Магомедов, который представляет боевое самбо, центр силовых структур. Серебряный призер России по боевому самбо 2006 года. Двукратный чемпион города Москвы по боевому самбо. Двукратный чемпион города Москвы по панкратиону. Магомед Магомедов. Вторым участником первого поединка был Хабиб Нурмагомедов, который представляет боевое самбо Республика Дагестан. Он является серебряным призером чемпионата России по боевому самбо 2008 года. Также он чемпион Республики Дагестан по боевому самбо. Победитель турнира по панкратиону Кубок Тактарова 2008 года. Дорогие друзья, итак, у нас оба участника приглашаются в центр ковра. И сейчас мы узнаем победителем
первом поединке становится... Под ваши дружные аплодисменты, Хабиб Нурмагомедов! Дорогие друзья, ко всем своим олигархам и титулам добавляется победитель турнира Кубок Атриум! Хабиб Нурмагомедов! Ваши аплодисменты! Дорогие друзья, Хабиб Нурмагомедов прошел в следующий круг. У него есть возможность стать победителем турнира.